Международный фестиваль классического балета «Стерх», посвященный 90-летию великого хореографа Юрия Григоровича, начинает свою работу завтра. Сегодня ведущие солисты из театров Москвы, Башкирии, Казахстана, Китая и Краснодара знакомятся с географией столичной сцены. В течение 5 дней жители и гости смогут посмотреть 3 спектакля. Это «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» и «Спартак», поставленный Юрием Григоровичем в Якутске. Среди приглашенных артистов есть и выпускник Якутского хореографического училища. Я приезжаю сюда уже 2-й раз как гость. Мне очень приятно, что зовут. И, конечно, приятно станцевать на родной сцене. Мне всегда волнительно, везде. Хоть это родная сцена, но все равно я волнуюсь. Послезавтра буду танцевать «Ромео и Джульетта». Я здесь исполнял уже очень много раз. Для меня это... Ну, я очень люблю эту партию. Для меня она как-то ближе.